Всем привет! Сегодня снова с вами Басун. Сегодня мы продолжим прохождение игры Final Exam. Будем проходить третью миссию. Давайте начнем ее. Сейчас будет очередной отрывок из сюжета, рассказывающий историю миссии. Вот у нас история идет, что мы тут крошили монстров налево-направо. Пришли в парк аттракционов, а тут мужик ищет детей, орет. Просрал детишек. Он нам раздает фотки. И, по-видимому, будем искать их всех. Ну ладно, давайте начнем искать детишек. Так, указатели у нас есть. Типа я нашел меня. Давай, давай. Как обычно здесь не больше, по-моему, 5 монстров. Так, один где-то внизу. Вот он. Сам он идти, я так понимаю, не хочет. Поэтому приходится... тащить его. Так. Второго мы нашли. Сейчас надо тащить его. Так, двоих мы нашли. Так, кто там у нас следующий будет? Туда, значит. Очередной монстр. Как вы заметили, я поставил русификатор на игру, чтобы было более ясно. Так, пойдем наверх сходим сначала. Что у нас тут есть? Какая-то девочка тут должна быть. Соберем всех кучку. Так. Не пойдет без своего брата. Пойдем искать, значит, брата. Он может быть в одном из 4 мест аж. Монстр. На брата он никак не смахивает. Это тоже не брательник. Так, где у нас еще может быть? Еще один вылез. Похариуса получить хочет. Вот, а сколько. Ну, сейчас мы их разделаем. Так, один не знаю, может быть. Еще тут склепики какие-то. Гранатка выпала. Еще один. Здесь пусто. Так, сейчас догорит тут. Да. Местный Гордон Фриман с монтировкой. Так, посмотрим, где-то тут еще должны быть. Вот. Здесь нету. О, нашли. Так, теперь надо его притаранить. Кстати, взрывающиеся, но они хиленькие по здоровью.
Так, придется к этой еще пердеть его. На. Еще пол карты оббегаешь, прежде чем доставишь. Еще откуда-то выпадают. Вот и патрушки заодно. Ну чё, погнали. Опять идут, а? Так, разделались. Пойдем дальше. Персонажи какие-то как резиновые. Нечего детишек пугать. Тут и так весь город стал, как парк аттракционов. Куда ни глянь, везде все ужасы. О, волна. Нашинковка. Поджарим там парочку. Может, когда вам мокрая, вообще с воздуха не слезать. Собачки. Целая куча причем. Как какие-то зомби из земли вылазят, и на раз вообще непонятно, откуда они вылазят. Больше всего ненавижу именно собачек. Сейчас бубух будет. Хавку надо подобрать. После такого махача проголодаешься точно. Хоть детишки-то вправо побежали. Еще очередные повылазили. Монтировочкой. Так, гранат у нас так максимум. Так, пошли еще одного засранца искать. Опять же в том направлении. Приходится просто нашинковывать их постоянно. Вроде такие ни о чем мобы, но при этом их просто много бывает тут. Так, хочет конфет. Но монстр бы увидел в реальной жизни, бы уже обосрался, бежал бы вперед своего поноса. Опять волна. Вот вам.
любителям. Сами идите, идите, идите. Ух ты. Дофига больно вылезла эти говна. Похаваем немножко. Так, гранаты с максимум. Так, потащили автомат этот с жвачками, конфетками. Давай, давай, рвани там. Так, жрать вредно. Давай, давай, толстячок. Шевели своим задом. Там пузо аж трясется, как желе. Он обливал уже, обожрался. Откуда же вы все лезете и лезете, а? Гад, а? Жрать меньше надо. Ну хоть бы автомат оставили. Так. Двоих мы еще нашли, теперь еще двое. О, еще очередная хрень летающая. Всякие хрень, бомбочки раскидывающие. Да, всякого говна все прибывает и прибывает. В общем, разновидности меняются. Ладно, так, погнали дальше. Так, нужно где-то внизу тут. Так, быстрее будет. Карта, конечно, длинновато бегать так. Одно найти. Он еще тут бегает. Орет. Мастерит. Так. Тоже одна истеричка. Вдвоем покурим у женского туалета. Так, тащить, конечно, далековато получается их. Так, надо наверх. Псины всякие тут вылазят. Может, донесу так девочку. Так, псинки. Одну, вторую и дальше.
Так, теперь остался еще один малыш. Так, и где я соскочу этого малыша? Где-то там. Хрена не прыгучие. Сдохни, сдохни, сдохни. Двоих вас. Когда его Малкрай, его можно в воздухе висеть, через не сколько времени. Если бы он еще падал, разбивался. Ладно, так. Опа. Вон он. Как он залез-то вообще? Тебе нужно доски собирать. Да. Ладно, пойдем досочки собирать. Чувствуешь каким-то Халком, блин. Такая шимпанзе-горилка. Так. Ты кому тут по чердаку-то съездил? Больше не вот эти мелкие тоже раздражают, потому что они летают, их, во-первых, доставать только в воздухе. Плюс они еще, кроме этого, могут всякую хрень поливать. Так. Так, досочки. Где у нас досочки? Еще одна досочка должна быть. Да хрен с вами. Так, досочки мы все нашли. Так, пошли досочки. Воткнем. Так, ну сюда. Так. Досочки выложили. О, идти не хочет. Ладно. Посмотрим. Тут написано, что-то взять голову кролика. О, как хорошо, сразу два спустились. Еще и пожрать дали. Ты что здесь забыл? Так, кролика. О, ё-моё, я бустер Бани, ё-моё. По крайней мере... О, как глазки свернули. Нет. О! Такого точно испугаешься. Чё тут? Я здесь, шишка. Кто тут наехал? Ох ты, как круто в воздухе. О, ещё, да сколько ж вас тут? Ё! Танцы в воздухе называется. Ладно. О, как понесся. А ему хоть бы хны. Так. Нужно гнать его, значит, туда, куда нам надо. Давай, давай, давай. Так. Ты еще здесь? Я же бустер Банни, мой. У меня большой автомат. Ух ты какой, пацан. Опять волна. Да ёшкин матрёшкин, сколько ж вас тут может быть? Зажарим. Еще раз поджарим. Ребята, здесь веселуха. Дайте хоть напоследок-то я использую вот это. Быстро нашинковка. Третий скилл мой, увеличивающий мою силу атаки. Бомбочки метают свои. Говно раскидывают.
Свинец не жалко. Особенно, если он такой вкусный. Поиграем в баскетбол. Два в кольце. Трехочковых. Да сколько ж у вас ребят тут, а? Как волна, так сразу целое стадо. Как медом намазано. Я кролик несъедобный, я кролик смертельный. Иди сюда, я тебя яблоками нашпигую. Так. Давай-ка попугаем тебя, малыш. Памперсы тебе потом водил поменяет. Давай, давай. Жми, жми, маленький. Ах ты засранец, ты в кого плюнул? Иди сюда. Давай. Хопа, а я быстрее. На, таких рук крови только испугаешь. Не самого кролика испугаешься, а именно рук в крови. Все, что ли? Так, всех бы детишек мы загнали. Ух ты! Нашу сверзилус. Как обычно. Ну да. Еще мелочь всякая. Ё-моё, да сколько ж у вас тут всякого говна. Иди сюда, мой маленький. Так, давайте просторы. Давайте сначала мелочь берем. Опа. Ух ты какой. Начос. Нам только вот этой шушеры не хватает. О, и ты пришел. Привет, мой друг. Финист, ясный сокол. Тут-тут-тут-тун. Где наша верзила там? Наверху где-то ползает. Оп-оп-оп. Опа, опа. Чук-чук-чук-чук. Come here. Вы там пока наверху ползаете. О. Стая еще прибыла. Начинается веселье. Тут все мелочь ушел разбить. Ух ты, ты еще здесь. Вы сами эти друг друга передолбасите. Так, 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 ребят, нет, 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 нет. Я вот туда, наверх. Я тут.
Так, пока вы тут разбираться будете. Ух ты, опять ты. Тун-т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 ун. Быстро ты же забираешься, однако. Ладно, давайте сюда. Пока у нас тут. Так, давайте мелочь довалим. Уже веселее становится. Особенно, когда он своих добивает. Опа, поймал. Так, давай сначала с мелочь разберемся. Опять поймала. Какой у нас турнир-то? Так, как у нас вообще гранаты кидать? Так, помощь настройки, управление. Так. Средняя кнопка мыши. Ну ладно. Сейчас у нас отмутузит опять. Давайте это вот расстреляем. Мелочь последнюю. Так. Вот еще бутербродик. Сколько же тебе тут еще бить-то, а? Так, вот эту собачку надо добить. Так, стоять. А за здоровье у него не указывается почему-то. На. Живучий гад, ничего не скажешь. Ох, ес. Вот это самое красиво. Сами же свои убили. Так, тихо починим пока. Опять лезут, нужно, думаю, поздно. Да, поздно. Да, конечно, было весело. Это, конечно, верзило плохо, что здесь не указывается уровень его здоровья. Не знаю, сколько ему наносить урона. Так, миссия закончена. Всем спасибо за то, что смотрели данное видео. Подписываемся на канал, ставим лайки, ставим комменты. Я на них буду тоже отвечать. Ждем продолжения следующей серии. Всем спасибо и пока.